Мой вам совет. При любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства. Всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, стрессоустойчивы, в чем-то просты. Много читайте. Тогда обязательно речи и мысли не будут пусты. Не осуждайте других. Не злорадствуйте. Помните истину, прошлого нет. Возраст не важен, указанный в паспорте. Только душа знает, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно. Снимет любую печаль, как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте вид, что на сердце покой. Вижу цель и не вижу препятствий. Вижу цель и не вижу преград. В нашу эру космических странствий ставки делаю я на азарт. Слишком много ушло на бумагу изрисованных планов и схем, сил и времени. Надо отвагу сделать главным решением проблем. Надо резво, а может быть грубо, надо смело, но без суеты. Неделя, что мне любо, не любо изначально, с мечтой на ты. Вижу цель и не вижу препятствий. Все решаемо, если решать. Не лопату и чуточку власти. Я построил все сразу и спать. Радио – это мечта детства, наверное, так? С самого детства слышал, как по радио вещали ведущие, диджеи, и говорили: «А, люди, слушайте!» Это было так круто. Не знаю почему. Было очень много работы на телевидении, но радио больше привлекало всегда, и поэтому, наверное, сейчас я на радио. Да, это круто чувствовать, когда человек может идти и услышать ту самую песню, которую именно ты поставил в этот момент. Радио – это душа. Послушай послание от Вселенной. Скоро с тобой начнут происходить благоприятные события. Начни предвкушать их, и они произойдут с тобой еще быстрее. Привет от Вселенной. Она привыкла жить одна, и мир ни с кем свой не делила, она решала все сама. Ей это придавало силы. Шагала смело по делам, и утром ранним, выпив кофе, она решала все сама, сильнее становясь в итоге. Появится однажды тот, кто поведет ее с собой. От всех ее он заберет и назовет своей судьбой. Рука в руке, и вот итог. Ей быть не нужно больше сильной, ведь рядом с ней всегда плечо того, кого зовет своим мужчиной. Видели, как люди догорают, когда сначала подолгу молчат, потом перезвонить случайно забывают и мечутся, ища другой причал. Когда в глазах вдруг что-то потухает, со временем скучать перестают. Вы видели,
как люди догорают. И ждите, они больше не придут. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me.